Так, доброе утро. Мама позаботилась о нашей всей семье, напоила нас утренним коктейлем. Прошло 10 минут, и мы все красные, как раки от флеш-эффекта. Покажите свои ушки, Святослав Николаевич. Ангел, ваши ушки. Спинку, шейку, ушки. Слушай, подожди, что отсвечивает, сейчас покажу. У меня вон коленки. Коленки? Святославу, уши. Куда побежал-то? Вот такая забота мамы о нашем здоровье. Мы как будто сходили с утра в баню. Всей семьей. А для чего это нужно-то? Ну, насытить кровь кислородом. Вообще-то мы пили это взбодриться, поднять утреннее настроение, получить дозу витаминов, ферментов. Ну и получили в том числе и флеш-эффект. Классно, молодцы.